Более 20 тысяч человек в одной только Варшаве вышли на улицы в защиту свободы слова. Такие же акции прошли и во многих польских городах. Поводом послужили поправки к закону о средствах массовой информации, которые значительно усилили контроль со стороны государства. Их принял парламент и утвердил президент. Ключевыми назначениями теперь будут заниматься не общественные советы, а Министерство госказны. В знак протеста уже уволились руководители ряда телеканалов и радиостанций. Против нововведений выступил Европейский Союз. Еврокомиссия созывает слушания о положении прессы в Польше и соблюдении там принципов ЕС в целом. В Брюсселе взволнованы также изменениями в работе Конституционного трибунала. Он проверяет все законопроекты, которые принимает парламент. Представители правящих партий Германии, в свою очередь, не исключили введение санкций против Варшавы, если нарушение европейских норм будет доказано.